Ой, ребята, смотрите, вот мужчина! Ой! 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 Ой!
прибежали. Ведь они сегодня у нас спектакль играют. Ребята, а вы что ли мышей не боитесь? Нет. Ну и правильно. Тогда вам точно понравится. Я вырос, я большой, я делаю, что нравится, тебе на пути не стой. Бух-бах, тра-та-та, бах-бух, красота, пип-пап, ой-ой-ой, вот я, братцы, какой. Ха-ха-ха, компьютерные выстрелы внутри меня вокруг, компьютер мой единственный, мой электронный друг. Бух-бах, тра-та-та, бах-бух, красота, пип-пап, ой-ой-ой, вот я, братцы, какой. На, получи, получи, а ты куда? На тебе, получи, ха-ха-ха, получите все, вот тебе, вот тебе. Сережа, ложись спать, уже очень поздно, ты так долго играешь? Нет, ни за что. Ты меня совсем не слушаешься, ложись спать. Нет, 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 хочу играть на компьютере, значит буду, никто со мной не справится. Ой, ну какой же ты стал непослушным, нельзя так долго разговаривать. И почему ты такой, ну как тебя воспитывать? Ой.
Стой, да! Ой-ой-ой! Кто там? Здравствуй! Это мы! Мышек и мыша! Давай дружить! Давай играть! Да это же мыши! Но сейчас вы поплатитесь за то, что напугали меня! Вот вам! Получайте! Обманываешь. А вот и нет. Я компьютерная
людям с ним не справиться. Он сам ими управляет. Что заставит, то они и делают. А, ужас какой! Да, вот такая у нас компьютерных мышей жизнь. А вам, обычным мышам, как живется? По-всякому. Иногда нас обижают. Сейчас моя подружка, мыша, сидит в банке. Но у нас много веселого. Мы обожаем играть. Играть? Как это? Ты что, никогда не играла? Нет, никогда. Ребята, давайте научим компьютерную мышку играть. А давайте-ка сыграем с вами кошки-мышки. Я буду кошкой. А мы с вами мышками. Тоже. Стоп! Сами ребятки. Хожу, смотрю, сами. Даже пошевелятся, все ли замерли. Сейчас найду самого невнимательного мышонка. А кто это тут маленький такой шевелится? Цап-царап! Ну ладно, не бойтесь, давайте играть дальше! Лапки у меня сложные, когда-то не острые. Смотрите, мышата. Не успеваю я за вами, а кто-то пошевелился, а я еще здесь. Ой, молодцы, мышата, давайте играть дальше, не могу никого поймать. Вот это да, сегодня какие молодцы, мышатки, а? Прямо быстро, не замираю быстро почему-то. Как же мне поймать себе? Очень много играть в компьютер, то компьютер.
И как здесь некрасиво! Все черное и серое, вокруг одна паутина. Это всемирная паутина, она повсюду. А давай уберем всю паутину серебряного сна, а ребята нам помогут. Дуйте изо всех сил, чтобы сдуть паутину. Дуйте, ребята, еще за безобразие, кто это тут все испортил? Сейчас я завешу все обратно своей любимой паутиной. На помощь Комбику бегут компьютерные паучки. Смотрите-ка, они похожи на обычных мальчиков. Но в руках-то у них паутинки. Ребята, дуйте за всех сил. Паутину! Они пошли прямо в зрителя! Дуйте на паутинки! Не давайте им развесить! Дуйте на паутинки! Дуйте на паутинки! Дуйте, дуйте, идите, идите, идите! Молодцы! Молодцы! Обратно!
Какие красивые птицы! Молодцы! Вы тут нас сочиняли, напридумывали. А ну-ка, слушайте меня. Что я говорю, то и делайте. Все сядьте, крыльями не машите. Ребята, давайте дальше сочинять. И будем его бояться. Давайте же полетели дальше. Не будем его слушаться. Молодцы, ребята. Облака! У кого облака? Пусть они плывут рядом с морем! Молодцы! Ладно, дружочек, тебе не молодцы! Вверх болелся серебряный! Да! Он проснулся совсем другим.
Меня уже друзья дождались. Сейчас угощу печеньем и пойдем во двор. Мы придумали столько всего интересного. Да где же твои друзья? Вот они. Ой, мыши? Вот и друзья. Не бойся, это лучшие мыши на свете. Они мне во сне приснились. С этими мышами не соскучишься. Это самые веселые мыши в мире. Ребята, давайте все вместе сыграем в жмурки. А мы, мыши, споем вам нашу песенку. Ребята, мы залежем глазки. Вас видеть не будет, зато будем слышать. Ищите, а что в этом случае Мы сейчас будем друг друга.